Вакцинация сейчас самая актуальная тема. Я сама сделала еще весной прививку первую, и сейчас будет уже ревакцинация. На моих спортивных результатах это абсолютно никак не сказалось. Я первую сделала после марафона чемпионата России. Через месяц я уже бежала марафон и установила рекорд. Всех призываю поставить прививки, позаботиться о себе, о своих близких, об окружающих людях. Сейчас это очень важно и нужно для всех.